Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Обзор будет на проект Elite Stock Investors. Хочу предупредить, что данный проект является финансовой пирамидой и рассчитывать на его стабильную работу не нужно, так как проект может закрыться в любой момент, а вы потеряете все вложенные деньги. Данный обзор является лишь информационным материалом, и мы не призываем никого вкладывать свои деньги. Всегда следите за комментариями к ролику или за нашим телеграм-каналом, чтобы понимать, какой у проекта статус на данный момент времени, и никогда не вкладывайте в проекты, по которым еще нет обратной связи или проект уже перестал платить. Обязательно следите за рекомендуемой суммой вложений, не нужно ее превышать. Еще раз проговорю, что данные вложения являются высокорисковыми, а если вы хотите более надежные методы для заработка, изучайте соответствующий раздел нашего блога и выбирайте их. Данный проект для инвестиций стартовал 4 августа 2022 года. Здесь есть один тарифный план. Инвестировать можно от 1 доллара, а получать прибыль от любой вложенной суммы 10% в день. Также дополнительно еще можно получать 15% собранной прибыли. Депозиты открываются бессрочно, а прибыль начисляется каждую секунду. Инвестируя, например, 10 долларов, в день мы будем получать по 1 доллару. Если 1 доллар мы будем собирать, то дополнительно также мы сможем еще получить 15 центов. Для того, чтобы открыть депозит, необходимо будет пройти регистрацию. При регистрации мы указываем логин, электронную почту и придумываем пароль. Далее открывается личный кабинет. И для того, чтобы инвестировать, нам необходимо нажать на кнопку «Ускорить». Мы вводим сумму, выбираем платежную систему. Пополнять можно через электронный кошелек Payeer или через криптовалюты. Для вывода денежных средств нам необходимо сначала будет собрать прибыль. Далее на Payeer кошелек мы жмем кнопку «Выплатить» и нам выводятся денежные средства от 1 доллара. В данный проект мы инвестировали 3 доллара. Для проверки вывода статус вы можете посмотреть ниже данного ролика в комментариях или в нашем телеграм-канале. Хочу напомнить, что проект является хайпом и не нужно рассчитывать на его стабильную работу, так как проект может закрыться в любой момент, а вы потеряете все вложенные деньги. Данный обзор является лишь информационным материалом. Мы не призываем никого вкладывать свои деньги. Всегда следите за комментариями к ролику или за нашим телеграм-каналом, чтобы понимать, какой у проекта статус на данный момент времени. Ставьте лайк, если обзор был вам полезен. Присылайте проекты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite InfoBiz. Всем пока!